Дом Алексеевич, самым миролюбивым пчелам. Да, спасибо. Вот снимай, чтобы не было в Минске никаких сомнений у людей. Ага. Ух ты, какое, а? Многообразие. Вот так добывается партизанский мед. Пчелы миролюбивые, работаем без экипировки. Соты все опечатываны, чтобы не было сомнений. Вот так вот. Какое качество, а? Потрясающее просто. Невероятно. Достаем следующую рамку, смотрим. Здорово как, а? Ну, пожелание твое. Желание, чтобы люди купляли мед и были здоровы. Так, ну а мед-то? Чем славится этот мед? Мед это очень ценный. Это липовый мед, лечебный мед. О, ну замечательно. Ну что, и твои пожелания на медовый спас, Андрей? Медовый спас, чтобы люди приобретали мед на зиму. Мы стараемся ради их. Пчелы стараются, носят какие соты. Ну вот невероятно, что белорусские пчеловоды такой богатый урожай имели в этом году. В этом году, да. Ну а сколько вот ваша пасека? Сколько ваша пасека в этом году соберет меда? Около 8 тонн. Ух ты! Здорово. Давай посмотрим. Вот они. Да. Полным ходом. Так, Светлана, секундочку. Светлана Владимировна, давайте вы как пчеловод тоже помогите супругу. Вот. А то есть мнение о том, что жены только на калькуляторе считают, да? Вот. Вот. Павла Владимировна, давно занимаетесь пчеловодством? Ну, как бы с детства, можно сказать. На меду выросли. Так. Да, потому что это уже династия, из года в год переходит. Дочка у нас тоже учится на пчеловода. Именно. Через год заканчивает. Для нее подготавливаем пасеку. Вот так вот, да? Да. Ну, а ваш любимый, вот есть ли история какая-нибудь любимая, связанная с медом и с пчеловодством? Вот. Ну, история такая, когда медведь пришел на пасеку. Это, наверное, интересно. Потому что, конечно, убыток понесли. Потому что такой вот деревянный домик медведь разломал полностью. Шикарно как-то. Щепки. Щепки, да? Да. Ну а вот кто рядом с вами трудится-то? Муж. Муж. Как зовут мужа? Андрей. Андрей. Ну вот он. Андрей и Светлана. Вот такой замечательный. Посмотрите, у них сейчас вот мы видим такая замечательная пасека. Это все лишь только совсем небольшое количество улей, которые здесь вот выставлено. Вот они. А вот посмотрите, как запечатано. Как запечатано. Просто потрясающе. Просто. Ты посмотри, как, а? Все рамки. И вот сегодня будут качки эти, получается, так? Да, сегодня будем качать его. Все. А что такое, когда вся рамка запечатана? Что это означает? Это качество меда говорит. О качестве. Зрелый, хороший мед. Уже который стоялся, будет храниться. Все, даже крайние рамки, снимите, Алексеевич. Все запечатаны. Все, от А до Я. Невероятно просто. Невероятно. Это просто что-то... А в каком месте находится пасека, сейчас у меня спросят наши зрители-то? Это Миора. Миора, то есть это... Брасловщина. Рассонщина, вот этот край, да? Да, Десненский край. Браслов. Браслов. Это направление. Угу. Ну а какие здесь медосборы? Чем славится вообще этот край? Липа, вереск, чебрец, малина, крушина. Малина у нас вот видится прямо на пасеке. Здорово. Здорово.
Пчелы стоят вокруг малины. Да, но я вижу, конечно, богатство у вас невероятное. Еще занимаемся пыльцой. Так. Ну, сейчас мы не ставили, но вот они стоят, Семен Алексеевич, пыльцу ловители. Угу. Вот они, возле домика стоят пыльцу ловители. Вот так. Здесь ставится решетка, угу. И пыльца сыпется вот сюда, вот она чуть-чуть. Вот она, да? Цветочная пыльца. Ух ты, какая она мягкая. И вот, судя по цвету пыльцы, это с разных цветочков собирается. Да, да, давай в руку высыплю. Ну там смотрите, чтобы пчела не ужалила. Не бывайся, не ужалит. Нет, тут ее нету просто. Нет. Ах ты. Из пыльцы делается перга. Ну да, это я уже точно знаю. Так, ну продолжаем дальше. Дальше экскурсию по вашей пасеке. Что за пчелы здесь вообще живут у вас? Немецкая порода пчел. Немецкая. Да. Вот так вот. Это пчелы, которых селекционируем. Вот они, видите? В магазины все заношены. Все в магазины заношены. Да. То есть это потрясающе считается, да? Да. Невероятно. Ну а кто вот делал вот эти улья-то? Сам так я вот. Лично. Сам лично, то есть лично сам. Лично своими руками, да. И какое количество вообще у вас? За зиму ульев? До 30 ульев делаю. Так, а какое всего количество сейчас на пасеке у вас? Около 250. 250. Да. Ну, я вижу здесь 50. Ну, так таких 5 пасек. Ну что ж, проедемся еще посмотрим. В одно место посмотрим. Нельзя много ставить пчел. Согласен, хорошо. Ну, а как вообще живется-то на пасеке? Сколько времени уходит на вот обслуживание? Все лето. Все лето? Все полностью лето. Полностью лето. Здорово. Здорово. Еще сидит, поймали в этом году роя. Так. Сладкий, не отставайте. Какая вкусная пыльца, а? Вот это сидит рой. Так, ну рой это незнакомый вам, да? И чем славится этот рой? Ну, это пчелы, которые собирались улетать, но они остались у нас. Угу. Значит, это признак чего? Хорошего хозяина или пчеловода? Ну, они хотели улетать, просто мы их вовремя остановили. Вот, смотрите, все запечатано. В нем стоит 20-корпусный. Это вы про тот вот рой, который вы говорили, да? Что он так вот печат. Ну, видите? Ай-яй-яй-яй-яй. В нем стоит 20 рамок в гнезде, 20 рамок корпус, 40 рамок и плюс магазин. Вот так вот. Да. Вот этот рой в этом году уже принес более 100 килограмм меда. Ух вот ты. Этот. Как вы его назвали, этот рой? Есть у него какое-то прозвище? Мы его назвали матерой. Здорово. Но я смотрю, вы так легко вот ходите по пасеке, вот бытует мнение о том, что пчелы жарят. Потому что пчелы миролюбивые. Это очень миролюбивая порода пчел. Потому что дочка привезла. Здорово. Потому что вот в шортах, в майках нам не надо никакая экипировка. Даже сетку не одеваем, так. Чтобы они нас узнавали по внешнему виду. Здорово. Но я так понимаю, что у каждой ули сейчас полон меда, так получается? Конечно. Ну вот есть также мнение по поводу поролоновых улей или спинопласта. Вот что вы можете сказать? Ну, можем сказать одно, что старые люди, они делали деревянные домики. И мы к этому пришли мнение. То есть все-таки? Да. Старые люди, они были умные люди, мудрые люди. Они не делали ни пенопласт, ни полистирол. Только чисто дерево. Поэтому мы, деревянные ульи, пришли к этому знаменателю. Давайте эту семью поглядим. То есть мед не бутафорский, самый настоящий. Самый вот настоящий, я лично сам вижу. Еще одна пасека стоит в Рассонщине, в Партизанщине. И еще одна тут стоит возле Мёрзких болот Ельня. Вот эта пасека будет носить вересковый мед, который могут минчане приобрести его поздней осенью. Какая невероятная пыльца. Обычно она горькая, у вас она сладкая. Она сладкая, потому что она свежая. Когда высушиваете, высушивается, она меняет вкус. А это именно свежая, она сладкая-сладкая, очень вкусная. Теперь я понимаю, почему они ее носят. Пустые точки. Потому и перган получается такая сладкая со сладкой кислинкой, потому что она... Смотрите, Юрий Алексеевич, как отстроены все рамки. Это же мы вот неделю назад выкачивали.
Вот за неделю они принесли меда. Именно за неделю. За ту неделю, невероятно. Дай на место посмотрим. Светлана Владимировна, если вы позволите, возьмите сейчас камеру, чтобы наши телезрители видели о том, что Редьков тоже находится возле улья. Подожди, я возьму стамеску сейчас. Подождите, это семья была не очень такая. Мама оставила стамеску сейчас. Я ее вообще не брала. Если можно, на меня, да? Ну вот мы сейчас находимся на пасеке нашего пчеловода, с которой работает компания «Царьмед». Пасека располагается в Витебской области, на берегу Десны. И чем славится эта пасека? Тем, что здесь обильный медосбор собирается в течение года. Невероятно просто. Здесь есть липовая роща, вот, как ее называют, аллея. Вот смотрите, вот в течение трех дней пчелы настолько здесь сильные, добродушные и трудолюбивые, что вот такую вот рамку, вот полностью запечатана рамка, они ее делают за три дня. Вот. Меня уже просят немножко отступить, но там уже ее величество даже, она здесь королева, но все-таки вот этот царь мед, липовый мед, который совсем скоро окажется на нашей ярмарке. Я бы хотел бы пригласить всех любителей царь меда за белорусским медом, который является по праву королем нашего фестиваля 2014 года. И пасека вот этих замечательных людей. Андрей, представься, пожалуйста. Черкас Андрей Евгеньевич. Вот смотрим еще одну семью. Вот она. Посмотрите, вес этой рамки около 3 килограмм. Невероятно просто. Пасека Андрея Черкаса. Пасека Андрея Черкаса – это действительно обильная очень пасека, богатая огромным количеством разнообразного меда. Посмотрите. Вот. Все, то есть это означает, что вот эту рамку нужно уже доставать и выкачивать. И выкачивать. Вот он с рамки даже текет. Где? Вот он. Он уже хочет качаться, этот мед. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Ну-ка, капли. Вот тут выше смотри. Вот так вот, да? Вот сейчас она капнет, это капля меда. Слушайте, опа. Вот смотри, вот капает. Во, еще капает. Да, давай. Не славлю. Вот так вот. Итак, вот он, замечательный мед. Это липа. Какой невероятно вкусный мед. В общем, все за медом, за здоровьем, за самым-самым прекрасным, чудесным. Какой мед! На ярмарку, в концертный зал Минск, метро Первомайска. Мед самый первый, самый классный, самый вкусный и самый необыкновенный. Станция метро Первомайская, концертный зал Минск. Все, отлично, супер. Супер. Держите. Лично. Ага, спасибо большое. Ну, Светлана Владимировна, еще несколько добрых слов вот в адрес наших покупателей. В адрес покупателей? Да. Ну, всем здоровья. Мед приносит здоровье. Я не умею говорить, Юрий Алексеевич. Ну, вот видите. Вот так могу поговорить. Ну, как камера. Повторите еще раз пожелания. Здоровья и мира. Вот компания 163 нам помогает в этой работе. Ну, Андрюха, ты, конечно, меня приятно удивил. Надо пить чай с медом. Удивил. Значит, ребят. Ну вот этот мед сейчас отправляется на ярмарку «Царь мед». Смотри, как ложится с ними, какая струйка. Ну-ка посмотрите, какая замечательная. Вот так вот. Вот. Теперь. Все. Вот этот замечательный мед сейчас отправляется на ярмарку «Царь мед». Я хочу вас пригласить. Ну, пальчики просто оближешь. Теперь вы у нас в кадре.
Ну, а какие вообще ожидания от фестиваля «Медовый Спас»? Вот, что бы вы хотели ожидать в первую очередь? Слава Лазерна. Не знаю, чтобы люди были довольны. Наше дело предоставить качество, а их на лакомство. Замечательно, замечательно. Но вот первый урожай уже отправляется сейчас на нашу ярмарку. Вот такой вот у нас мед.